Революция в пищевой промышленности. Российские ученые разработали технологию заморозки, с помощью которой ягоды, мясо и рыбу можно хранить годами. Разработчики уверяют, после разморозки продукты не отличить от свежих. Они полностью сохраняют свою форму, запах и вкус. Дегустационная комната целиком сделана из льда. Гости из Южной Америки сначала в это не верят, проверяют. На столе блюдо с замороженными по новой технологии ягодами. На сегодняшний день просто мирового уровня оборудование, можно так сказать, которое позволяет нам замораживать продукты в их первозданном виде. Виноград, вишня, голубика и другие ягоды на вкус как свежие, только холодные. Лед не чувствуется. Эта дегустация проводится для того, чтобы познакомить иностранцев с новой российской технологией – акустической заморозкой. Ее разработали в конце прошлого года. Автор идеи Игорь Климашевский раньше занимался производством тортов. А покупатели любят свежие ягоды. Человек, который приходит покупать торт, если он видит торт со свежими ягодами, он его купит. И я хотел это сделать на круглогодичной основе. Но тут настала осень, ягоды подорожали. Я думал, они будут подорожать там процентов на 20, они взлетели в 10 раз. Я был вынужден искать способ, как сохранить ягоды свежими с сезона лета до зимы. Тогда Игорь обратился к другу-физику, и они вместе создали систему, которая отличается от всех существующих технологий заморозки, таких как шоковая, заморозка жидким азотом и другие. Обычная заморозка действительно очень сильно влияет на качество. Вы когда замораживаете, там цитоплазма в клетке замерзает первой, она расширяется, рвет стенки клетки, кристаллы срастаются. И, конечно, это, ну, даже на клетчатом уровне это не тот продукт. О новой технологии Игорь Климашевский рассказывает иностранным гостям. Специальное устройство «Акустера» использует акустические и электромагнитные волны, разрушая кристаллы льда, чтобы те не повреждали клетку. Мало больших кристаллов, мы получаем в каждой клетке много-много-много маленьких, такой как миленький песочек. Кристаллик. Гостей из Южной Америки приглашают на второй этап тестирования технологии акустической заморозки. Попытаться отличить размороженное мясо от свежего. А он не свежий, а это замороженное. Не всем удалось это сделать. Даже повар ресторана, где проходила дегустация, не увидел разницы. Разницы в приготовлении именно с технологией я никакой не заметил. Ведет себя точно так же. Вкус сейчас попробуем. Ягоды из ягод успел попробовать только черешню. Она по текстуре чуть-чуть мягче, чем свежая с дерева. По внешнему виду вообще незаметно отличие. Ведет себя гораздо лучше, чем замороженная по обычной технологии. А теперь гости будут пробовать стейки из говядины на вкус. Технология акустической заморозки позволяет сохранить мясо свежим полтора года-год, говорят разработчики. Вкус, цвет, запах сосредоточен внутри клетки, в цитоплазме. Вот цитоплазма полностью сохраняется, поскольку клетчатая структура не нарушается. По словам Игоря Климашевского, морозильные акустеры могут быть размером с домашний холодильник, или, если потребуют заказчики, можно сделать акустер размером с дом. Новая технология заморозки поможет аграрным странам сохранять продукцию дольше и продавать по всему миру. И тропические фрукты, как манго, гуайавас или другой, тропическая фрукта, которые имеют особенный вкус, особенный запах. И, конечно, на другую сторону океана люди представляются всегда и хотят, что когда покупают тропические фрукты, попробовать этот вкус и понюхать этот запах, как будто она была совсем изрежена. Да? Акустическая заморозка может применяться в медицине для заморозки донорских органов и многих других сферах. Создатели технологии надеются, что скоро она вытеснит традиционные способы заморозки. Сейчас открывается представительство компании в разных странах, а производить акустеры будут только в России.